Carter. Hello again. Hello again. Hello, my dear friend. Nice to meet you again. Рада вас приветствовать на уроке английского языка. Сегодня мы работаем с последним уроком, Lesson 5, урок 5, на странице 11 нашего учебника English with Smile and Sam 4. Упражнение первое. Listen and repeat the names of the countries. Прослушай и повтори названия стран. Встречай друзей по всему миру. Meet friends around the world, говорит наш смайлик Сэм. Ukraine. France. Italy. Germany. The Netherlands, Нидерланды. The UK, Великобритания. Spain, Испания. The USA, США. Итак, давайте с вами еще раз повторим перевод. Ukraine, Украина. France, Франция. Italy, Италия. Germany, Германия. The Netherlands, Нидерланды. The UK. Полностью эту страну называют The United Kingdom of Great Britain. Объединенное королевство Великобритании. Spain, Испания. The USA, the United States of America, США. Okay. Task 2. Look and say where the children are from. Посмотри сейчас и на предыдущее задание, на вот это, и скажи, откуда дети. Например, Оксана is from Ukraine, Mary is from France, Bruno is from Italy, Helga is from Germany, Kira is from New Zealand, Elliot is from the UK, Carlos is from Spain, Sam is from the USA. Задание тоже не тяжелое. Повторение нашего выученного материала, наверное, класса за второй. Третье задание. Read and role play. Прочитай задание и разыграй по ролям. Представь, что ты встречаешь нового друга. Imagine you're meeting a new friend. Choose one of the children above and make a name card. Выбери одного из детей из упражнения номер один и сделай вот такую вот именную карточку. То есть кратенькая информация об этом друге. Tell your partner about your new friend. Расскажи своему напарнику про нового друга. Ну вот давай с тобой возьмем, здесь предлагают девочку из Франции взять, вот видишь. Name, там где имя. Mary, age, возраст. Ну возраст мы не знаем, но пусть это будет наш ровесник, там 10-11 лет. Country, страна, France, что она любит? Ну, что она любит? Traveling, пусть она будет любить путешествия, например. This is Mary, she is... 11 years old, she is from France, and she likes traveling. Вот такой пример можно рассказы составить о Мэри. Карлос, допустим, явно выражено, что он любит футбол играть, поэтому здесь можно уже рассказать, что his name is Carlos, he is from Spain, he is 11 years old, he likes playing football. Здесь уже понятно. Окей. Задание четвертое. Role playing peers. Ну, видите, полностью как бы у нас урок такой устный получается сегодня. И писать не нужно здесь, только читать, рассказывать, повторять. И разве что можно записать название стран, еще раз повторить, либо тех стран, которые ты не знаешь еще как писать. Итак, представь, что твой напарник и твой друг с другой страны. Ну что ж, давай с тобой составим разговор. Hi, what's your name? Привет, как тебя зовут? My name is Sam. Where are you from? Откуда ты? I'm from the USA. Yes, из США. What's your favorite sport? Какой у тебя любимый вид спорта? My favorite sport is running. I like running. Я люблю бег. Do you like playing computer games? А любишь ты играть в компьютерные игры? Yes, I do. Конечно же, Сэм скажет, yes, I do. Все сейчас любят играть в них. Let's play. Давай сыграем тогда. Вот такая вот ситуативная игра у нас получилась с тобой. Диалог. Переходим теперь к нашему, почему-то я хочу каждый раз сказать, рабочему зошиту. К нашей рабочей тетради. Activity book. Lesson 5, page 8. Fill in.
Первое задание необходимо подставить пропущенные буквы в названия стран. Это не тяжело. Spain, Ukraine, Italy, the UK, the USA, Germany. Задание 2. Complete as is in the example. Задание интересное, и оно как бы идет от простого к сложному. У нас есть диалог про Мэри, которая из Франции. Where is she from? Откуда она? She is from France. Она из Франции. What is her name? Как ее зовут? Her name is Mary. Ее зовут Мэри. Дальше, уже как ты видишь, убраны некоторые слова. Это местоимение и собственные существительные, названия страны и имени. То есть мы должны об этом мальчике вспомнить по учебнику. Откуда он был? Вот он, значит, у нас. Carlos. Написано, что он из Испании. Where is he from? Конечно же, вставляем he, потому что мальчик — это он же, Carlos. He is from Spain. Он из Испании. What's his name? Как его зовут? His name is Carlos. Его зовут Carlos. Вот и весь диалог. Такой диалог полностью с нуля нам необходимо было составить про Киру из Нидерландов. Мы помните, вот читали о ней. Kira, the Netherlands. Where is she from? Откуда она? She is from the Netherlands. Она из Нидерландов. What's her name? Как ее зовут? Her name is Kira. Ее зовут Кира. На этом все. Наш видеогид по уроку окончен. Сегодняшним занятием мы с вами закончили повторение тему starter. See you next time. Увидимся на следующем уроке. Начнем с вами новую тему. It's my life. На сегодня все. Goodbye.